Итак, в Санкт-Петербург пришла посылка из сада Хризантем. Открываем. Открываем. Посылка, упаковка не нарушена. Ждем с нетерпением, что у нас внутри. Так, где она тут открывается? Вот так. Переворачиваем аккуратненько. Вов, только что вот это было видно. Так. Так, так. Где-то здесь еще. А вот, все. Ну, а теперь самое страшное и самое главное. Открываем внимательно, чтобы ничего не повредить. Так. Вот они. Вот они, наши красавцы. Как красиво все упаковано. Вот сюда вот направь, пожалуйста. Вроде все зелененькое. Вот сюда вот наклони, пожалуйста. Вот, вроде все зелененькое. Вот они, красавцы. Я так думаю, что, наверное, все дошло хорошо. Сейчас буду вытаскивать, каждый отдельно комментировать. Так. Ну, как-то так все сложно. Так, раз. И почему-то пахнет даже духами. Женскими духами. Чьи-то ручки постарались. Такой упаковочки. Аккуратненько, так все красивенько. Так. Палочками все переложено. Итак, первый. Вот такой целенький красавчик. Раз. Он прям пахнет духами, да? Интересно. Так. Вот второй. Живенький. Так. Это мы потом посмотрим. Ну, красота. Дай бог, чтобы все такие были, как эти первые. Так. Так. Ну, вот я так чувствую, что ехали, конечно, они долго. 8 числа с Майкопа и в Петербург они приехали вчера. После обеда. Вот он. Третий. Четвертый. Пятый. Я не знаю, конечно. Но мне кажется, прям вот они замечательно дошли. Шестой. Красавчик вообще. Первое место ему. Так. Упаковка замечательно сделана. Чувствуется, что с такой любовью, заботой к этим деткам. Так. Он какой хорошенький. Ой, какой красавчик. Так. Вот он. Ой, какая прелесть. Так. Так. Вот эти нижние, конечно, им немножко было потруднее. Особенно вот этому. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так. Вот этот, да, самый такой? Что-то вот этому не понравилось. Вот этому что-то не понравилось. Не знаю, что это такое. Ну, вот листочки же есть. Вот один как-то так вот немножечко страдает, да, от росточек. Остальные вроде бы, я надеюсь, что пойдут. Все, мы это обработаем. Все, они у нас поддержатся, как положено. И вот этот, по-моему, тоже что-то не понравилось. Этот неплохой. Вот этот тоже что-то немножко пострадал, но должен отойти, будем надеяться. Череночек, наверное, какой-то. Какими духами все пахнет. Так. Так, 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 так. Они прям упакованы.
аккуратненькие такие. Вот они, вот они, вот они. Ну вот тоже, смотри, какой хорошенький вообще, да, прелесть. И вот этот вот. Ну и вот последние. Так, сейчас мы их распакуем. Ну что я могу сказать? Даже, мне кажется, вот по сравнению с первым разом. Вот он. Вот он. Ну, чувствуется, конечно, что тяжеловато им было ехать с 8 по 13. Тяжеловато. Все-таки это почти 5 суток, почти 6 даже. Но относительно, относительно. Вот он прям какой хорошенький, прям живой. Так. И вот еще 2. Все сделаю, как рекомендовали. Они у меня постоят сегодня до вечера. Сейчас только 2. Сколько? 12. А уже вечером буду их раскрою. Сегодня, сейчас. Вот этот вот тоже немножечко привял, да? Так, а этот даже какие-то тросточки дал. Вот он. Вот он. Красавчик. Ну вот. Спасибо огромное саду Хризантем. Надеюсь, что все это мне, все 100% приживутся. Ну, может, за исключением вот этого, да, какой-то он, конечно, хуже всех перенес дорожку, бедненький. Не знаю уж, кто такой. Что-то чувствуется большеголовый, скорее всего, какой-нибудь. Листья большие. Но, тем не менее, все замечательно, можно сказать, дошло. С учетом такой жары, с учетом такой доставки, длительной. Ну, будем надеяться. Спасибо. Спасибо, сад Хризантем. Будем надеяться на самое лучшее.